Интернет-магазины появляются как грибы после дождя, и доля электронной коммерции в товарообороте страны увеличивается с каждым годом. На все эти изменения чутко реагирует финансовый сектор. Частные организации начали предлагать своим клиентам онлайн-сервисы в сфере кредитования. Такую услугу можно получить, не выходя из дома. Очень удобно. Минимальный пакет документов и в кратчайшие сроки сумму перечислят на банковскую карту. Однако не всем это заманчивое предложение, как оказалось, подходит. Во-первых, они угрожали, говорили, что моих детей заберут в детдом. Почему онлайн-кредиты так популярны в Казахстане? Бизнес-модель заключается в том, чтобы делать бедных еще беднее. Не вынудит ли регулирование отрасли выйти с рынка сервисы онлайн-кредитования? Рынок вынужден будет просто экономически там прекратить работать, потому что ему будет нерентабельно. Вы смотрите проект закона. С вами Аида Хамзина. Здравствуйте. Услуги микрокредитных организаций сегодня в Казахстане очень популярны. Рекламу быстрых и доступных займов можно встретить везде – на билбордах, торговых центрах, подъездах и других общественных местах. По результатам опроса, около 2000 заемщиков онлайн-микрокредитов больше всего тратят деньги на товары срочной необходимости. Срочные медицинские услуги, перекрытие ранее взятого кредита. 8% заемщиков деньги используют на развитие бизнеса и, как ни странно, на продукты питания. На оплату коммунальных услуг, на отдых и развлечения и так далее. Безусловно, онлайн-кредитование имеет ряд неоспоримых преимуществ. Это оперативность, отсутствие справок и всевозможных документов. Возможность приобрести товар, не выходя из дома. Для этого на сайте достаточно выбрать нужный кредит и отправить заявку. Таким сервисом почти год пользуется алматинка Злиха Утепова. Быстрые займы ей помогают развивать небольшой бизнес. Предпринимателя не смущают даже дневные ставки, поскольку она старается возвращать долги в срок. Там проблематично, потому что много пакет документов надо собирать, а онлайн-кредитование с одним удостоверением личности. Быстро. На цели мне нужны потребительские, как я предприниматель для моего бизнеса, очень помогает. Если берешь кредит на маленький срок, быстро оплачиваешь, проценты низкие. Если, конечно, больше, то естественно побольше. Но так как я быстро закрываю, мне это удобно и быстро. По мнению исполнительного директора Казахстанской ассоциации «Финтех» Ерлана Смайлова, рынок онлайн-кредитования формирует кредитную культуру. Вовремя возвращенный заем и позитивная кредитная история поможет в будущем рассчитывать на получение ссуды в банке или микрокредитной организации. По сути, это микропредприниматели. Они себя, даже если их спросить, они себя не считают самозанятыми или продуктивно самозанятыми. Вот они небольшие средства получают, потому что у нас в целом на рынке там займы до 200 тысяч тенге. Они там формируют себе историю. Вот, и понятно, что им это выгодно не только потому, что у них нет доступа на, вот, к кредитным ресурсам там, банков, допустим, да, или институтов развития, потому что на вот этой поляне до 200 тысяч тенге там нет никого. Впрочем, сформировать положительную кредитную историю удается не всем. Получение быстрых денег вынуждает некоторых казахстанцев попросту не рассчитать свои силы. Жителю Балхаша Александру Котельникову так срочно нужны были деньги, что его не смутила процентная ставка. Главное, что подтвердили заявку. Я попал в аварию и пришлось, в общем, решать все это на месте и сразу. Получилось, что я брал 200 тысяч, а на данный момент у меня 2 миллиона 300 тысяч тенге долг. Я не смог выплатить вовремя займ. Пытался его продлять, но продлевая, сумма займа сама не уменьшалась. Дело займа как было, так и оставалось. Долг вырос с учетом просрочки. Мужчина не смог выплатить накопившиеся 318 тысяч тенге, а на уступки компания не шла и передала дело коллекторам. И на сегодняшний день, значит, считается нормальным предоставление онлайн-кредитов под 2% в день. То есть они не признают, что так, что есть годовая ставка, они просто тупо говорят 2% в день. Это получается почти 730% годовых. 730% годовых. И люди бездумно берут эти кредиты. Статистика показывает, что на сегодняшний день 250 тысяч казахстанцев охвачены такими онлайн-кредитами под такие варварские хищнические проценты.
Жительница Кустаная невольно освоила финансовую грамотность, воспользовавшись быстрым кредитом через интернет. Девушка не захотела показывать лица и называть свое имя на камеру. Говорит, стыдно, что попала в такую ситуацию. Именно в тот момент онлайн-кредит был для нее самым оптимальным вариантом найти деньги на лечение детей. Вдова оформила 50 тысяч тенге, через 20 дней должна была вернуть 73 тысячи, но не смогла. Сегодня ее долг составляет 200 тысяч тенге. С коллекторами это невозможно было разговаривать. Во-первых, они угрожали, говорили, что моих детей заберут в детдом. Меня, как мошенницу, закроют по статье. В итоге я, конечно, переживала, плакала, не знала, что делать. Даже юристы в этом случае были как-то... Я обращалась к ним, когда они говорили, вот, надо ждать, надо выжидать. Даже было такое состояние, что я просто хотела убить себя. Я не знала, как вылезти из такой огромной пени. Эксперты бьют тревогу. Люди бездумно набирают подобные кредиты и становятся заложниками финансовой западни. Сегодня это направление бизнеса развивается свободно, без вмешательства регулятора, лишь законами рынка. Особенно тогда, когда банки, погрязшие в борьбе с невозвратными долгами, отказались от потребительского сектора, большой шанс появился онлайн-микрокредитных компаний. Все, что происходит на сегодняшний день в интернете, к сожалению, слабо урегулировано действующим законодательством. И это не обошло стороной и онлайн-кредитование. Вот если мы будем говорить, что микрокредитование как таковое микрокредитование в Казахстане отрегулировано законом, есть специальный закон о микрокредитах. Что касается онлайн-кредитования, предоставления через интернет, значит, займов, то на сегодняшний день эта сфера не охвачена, не регулируется никаким законодательством, никакими пруденциальными нормами. По мнению Манжана Жамалова, вопрос государственного регулирования этой сферы деятельности назрел давно. Национальный банк в рамках обсуждаемого законопроекта о валютном регулировании уже внес пакет поправок по усилению надзора в финансовом секторе. Банкам было предложено установить предельную ставку 100% годовых, при этом с указанием годовой эффективной ставки вознаграждения. Известный экономист Рахим Ушакбаев уверен, что предлагаемые финансовым регулятором нормы соответствуют международным стандартам и, главное, помогут защитить потребителя. Рахим Сакенович, по вашему мнению, на чем строится бизнес онлайн-кредитования и чем обусловлено такое высокое вознаграждение? Вот высокая процентная ставка и высокий уровень вознаграждения, запредельно высокий, он как раз и обусловлен спецификой бизнес-модели, которая на русском языке называется ростовщичество. А на английском языке это явление носит название кредитные акулы, loan sharks. Ее суть заключается в том, что выдаются деньги людям с очень низкой кредитоспособностью и с очень высоким процентом невозврата. По данным Национального банка, опираясь на данные Первого кредитного бюро, 82% задолженности вот этим онлайн-кредиторам находится на просрочке более 30 дней. И вот представьте, что у вас есть 100 тысяч тенге, и вы хотите их раздать 10 заемщикам, раздать по 10 тысяч тенге. И вы точно примерно знаете, что 5-7 человек из них, скорее всего, не вернут, либо вернут не вовремя. И представьте, сколько вы должны брать вознаграждение для того, чтобы покрыть эти расходы, вероятность невозврата и что-то еще с этого заработать. Поэтому при ростовщической модели бизнеса берутся запредельно высокие проценты, поскольку кредитуются люди с высоким процентом вероятности невозврата. Эта модель наносит очень большой ущерб заемщикам, поскольку они переплачивают большие суммы. И поэтому эти проценты называются грабительскими, кабальными. И в большинстве развитых стран мира подобная бизнес-модель, она строго запрещена законом. Она просто незаконна. В 15 штатах, включая округ Колумбия в Соединенных Штатах Америки, максимальная предельная ставка установлена в 36%. По Франции, в Германии также очень серьезно лимитированы эти процентные ставки. Самое большое, самое либеральное регулирование в настоящий момент находится в Великобритании. Там установлена ставка порядка 0,8% в день, но очень жестко установлен предел лимита штрафных санкций. Не более 15 фунтов стерлингов, это чуть меньше, чем 7 тысяч тенге. Но вот какой эффект может дать строгое ограничение по размеру вознаграждения и штрафов? Предложение Нацбанка полностью соответствует случаю мировой практики. В настоящий момент онлайн-кредиторы, они категорически избегают указывать стоимость своих займов в процентах годовых, говоря, что якобы именно к этому типу займов подобные годовые проценты неприменимы. На самом деле, почему они этого не делают? Потому что они очень боятся испугать своих клиентов трехзначными цифрами вознаграждения. То есть, если они указывают 2% в день, это будет 730% годовых. Если они будут указывать это на своем сайте,
на первой странице, то понятно, что их клиентура очень сильно ограничится. Более того, подавляющее большинство этих сервисов не указывает даже проценты в день. Они указывают так называемую сумму переплаты. И это в некоторой степени иллюзия, что вот люди решили свои там неотложные финансовые нужды. На самом деле они заплатили проценты, и очень много ситуаций, когда люди, чтобы погасить один кредит, берут другой кредит. И эти кредиты нарастают как снежный ком. То есть люди заходят в такую долговую на много лет кредитную кабалу. Что, по вашему мнению, может помешать принять законопроект в том виде, в котором предложил его Нацбанк? Оборот в прошлом году этой отрасли составил 39 миллиардов тенге. И буквально еще там 2-3 года назад их практически не было. То есть это вот новая напасть, которая появилась в Казахстане. Естественно, они обладают очень большими финансовыми ресурсами, которые они могут конвертировать в свой лоббистский ресурс. И мы уже видим, что, по сути, в Казахстане началась очень большая и, скорее всего, проплаченная, по моему личному мнению, подозрению, компания в прессе. В целом, подобный бизнес должен иметь место, как и во многих странах мира, но не с такими процентными ставками. 56% годовых максимальная ставка в настоящий момент для микрофинансовых организаций, которые выдают примерно такие же суммы займов. И более того, вы знаете, глава государства, наоборот, в своей госполитике поддерживает микрофинансовые организации. И они получают государственные субсидии, получают финансирование из бюджета. 36% годовых – это такая средняя ставка по миру, максимальная, по которой, в принципе, подобные онлайн-сервисы вполне могут существовать. Сегодня в Казахстане в среднем насчитывается 25 компаний, предоставляющих кредиты через интернет. Порядка 15 входят в ассоциацию. Как считают в организации, из-за жесткого регулирования рынка онлайн-кредитования бизнес вовсе может прекратить свое существование. Регулирование и ограничение переплаты. Чтобы не было, что человек 50 тысяч взял, ему миллион насчитали, а чтобы этот параметр четко был задан, и вот это ограничение было направлено на защиту потребителя, но в то же время отвечало математическим, экономическим интересам там, самого бизнеса, иначе просто он не сможет. То есть 50 тысяч взял, максимум отдаешь 100 тысяч. Вот в этих параметрах, естественно, регулирование было бы приемлемым. Теперь давайте поймем, что будет, если, допустим, все-таки вот, там, наши предложения не будут поддержаны, да, и вот рынок вынужден будет просто экономически там, прекратить работать, потому что ему будет нерентабельно. Пока одни говорят о необходимости государственного регулирования сервиса онлайн-кредитования и защите потребителей, депутаты обеспокоены развитием теневого рынка. В Национальном банке уверили, если их предложения будут одобрены парламентариями, работать нелегально будет попросту невыгодно. Те поправки, которые мы предложили касательно ограничения по ставкам по онлайн-кредитам, мы считаем правильными, соответствующими международной практике. И вопрос ваш в отношении нелегальных форм, либо теневых форм предоставления таких кредитов, он будет регулироваться также через гражданское законодательство, потому что, в принципе, не будет смысла нелегально выдавать кредиты людям, потому что люди имеют право, по тем поправкам, которые есть, не возвращать этот кредит. Поэтому, соответственно, этим онлайн-кредиторам. Поэтому, соответственно, я думаю, просто этот режим вот в тех масштабах, о которых вы говорите, 900%, 700%, его просто не будет. Сегодня в деле заемщицы из Кустаная есть небольшой просвет. Благодаря резонансу в социальных сетях онлайн-сервисы пошли навстречу девушке и пересмотрели график, но с оговоркой. Такая реструктуризация, конечно, меня не устроила, потому что, во-первых, они просили написать заявление о том, что якобы я не пыталась урегулировать данную ситуацию. То, что я специально сама тянула время, полгода, чтобы скрывалась всячески. Хотя я, получается, не скрывалась. Я звонила даже сама, бывала им. Со мной связались, предложили на год оплатить 134 тысячи. Это то есть 11 тысяч каждый месяц. Я согласилась, потому что для меня это сейчас удобно. Люди в погоне за лучшей жизнью порой не задумываются, во что может вылиться эта гонка, особенно в вопросах финансов, с которыми мы сталкиваемся по нескольку раз в день. Эксперты уверены, что людям пора научиться считать свои деньги, повышать финансовую грамотность. Возможно, тогда они будут обращать внимание на мелкий шрифт в договорах и не становиться жертвой яркой рекламы. А законодательство хотелось бы, чтобы помогало в полной мере защищать интересы потребителей и бизнеса. У меня на этом все. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.